Ищите коляску для двух детей? Модель Бабетта Фарту идеально подходит как для близнецов, так и для двух деток разного возраста. Комфортное путешествие близнецов обеспечивают две люльки. Они оснащены тканевой накидкой отворотом, который крепится магнитными кнопками. В верхней части капюшона находится вентиляционное окошко, благодаря которому воздух внутри коляски циркулирует. Коляска оснащена вместительной сумкой для ухода за ребенком, в которой можно сложить все нужные вещи. В комплект входят разные аксессуары, например, москитные сетки, дождевики и подстаканник, который можно легко установить на раме коляски. Верхняя люлька может быть установлена по или против направления движения. Выдвижная ручка облегчает регулировку угла наклона спинки. Профилированное дно дает возможность легонько покачивать люльку, усыпляя малыша. В версии год за годом, благодаря возможности перестановки прогулочного блока спиной к направлению движения, можно менять положение спинки. Верхний прогулочный блок тоже реверсивный. Капюшон в прогулочном блоке имеет скрытые вставки из дополнительного материала, благодаря чему его можно широко разложить, даже в лежачем положении. Чтобы иметь только прогулочную коляску для двойни, вам не обязательно покупать модель 2 в одном. Бабетта Фарту выпускается также в версии Sport, в которой можно купить одиночную люльку, а также автокресло Бабастелла Марс в цвете коляски. Автокресло можно установить на раму при помощи соответствующих адаптеров. Нажатие кнопок с обеих сторон коляски позволяет полностью снять люльку, автокресло или сиденье прогулочного блока. Чтобы сложить раму, поставьте передние колеса крыльями вперед, опустите ручку. Удерживая кнопки, сложите конструкцию. Затем мы приподнимаем вверх переднюю часть рамы и нажимаем кнопки. Благодаря этому получаем еще меньший размер конструкции. Стоит обратить внимание, что сложенная конструкция Бабетта Фарту не занимает больше места, чем стандартная рама от коляски на одного ребенка. Снятие задних колес позволит вам сэкономить еще больше места, а система выдвижных осей защитит от повреждений и царапин. Модель Бабетта Фарту также очень легко раскладывается. После подъема конструкции и нажатия кнопок колеса без проблем возвращаются в исходное положение. Еще раз нажимаем кнопки, и рама готова к использованию. Бабетта Фарту чрезвычайно удобна в управлении, а благодаря возможности разблокировки передних колес, коляска имеет очень хорошую маневренность. Система DMS запоминает положение колес после отсоединения от земли, и они остаются в неподвижном положении до повторного соприкосновения с поверхностью. Система SAS поглощает удары во время прогулок, значительно улучшая комфорт маленьких пассажиров. Задние колеса имеют регулируемую амортизацию, что позволяет устанавливать мягкую или жесткую подвеску. Профилированная форма тормоза Stop and Go позволяет легко заблокировать или разблокировать колеса коляски. Расширенные функциональные возможности моделей Бабетта Фарту и Бабетта Фарту Sport в значительной степени облегчают ухаживание за двумя детками во время прогулки. Если вы рассматриваете коляски для двойни или для деток год за годом, то вам больше не нужно искать. Представленный материал носит рекламный характер. Чтобы обеспечить безопасность вашего ребенка и повысить удобство использования продукта, обязательно прочитайте инструкцию.